А что за... Рыбы, 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 в жопу рыбы. Ария, рыба, ария, рыба. Ну я еще посмотрел, у меня все выключено, вообще все. У меня ничего не включено. У меня зависла игра. У меня вирус. А я сейчас просто... зависла? Свернулся. Я свернулся, да. Да, у меня вообще ничего не зависло. И про 2 ТО тоже вышел. Ну все остальные здесь. Не, у меня нормально. Все остальные здесь, только вы здесь продают. А я все стою. Короче, внизу есть рыба, я, короче, ей в горло залетел. Окей! Не знаю, у меня просто статичная картинка. И все. Ну что, заходи назад. Вот у меня все заключило. Просто остановилось. Да, все остановилось абсолютно. Ну ты заходи назад. Выйди в меню и заходи назад. А, у меня полностью игра зависла, окей. У меня вообще вылез там. Куда идти-то, блин? Вниз? Мне оружие попало, только что-то сознание врагов убивало силой мысли. Ты просто идешь, наводишь прицел на врага и все. Только уменьшается. Ну круто. Гордон Фриман бы убил за такую возможность. Блин, ужас. Прошел дождь, я теперь окно открыть нормально не могу. Затопило, что ли? Нет. Дождь? У меня окно... Это... Ты под водой живешь? А потом резко жара и все это как зацементировалось. Ну нихера себе, да. Что? У тебя там из чего? Из песка, что ли? У меня сейчас заглючило снова все. Ну извини, вначале 30 было. Дожди идут. Потом дождик и плюс 15 стало, а потом раз и опять по 35. Слышь, Сибирь! Сибирь, дай нам лето, пожалуйста, немножечко. У нас уже целый месяц почти плюс 15. Секунду, у меня музыка включилась. Я не слышу ваши жалобы. Что он там дать? Вот ты скажи, что напишешь. Я книжник, добро пожаловать в мой мир. У меня даже не постоянно. Чертиш, ты скажи, у вас такое всегда вот летом? Так, у меня начало глючить больше. Чаще. Потому что я вернулся. Да хз, когда как? У нас никогда не было такого лета, что у нас плюс 15 постоянно. Какой постоянно плюс 15? Есть? Плюс 30 постоянно. Дождь плюс 15. А у нас, представляешь, у нас почти месяц плюс 15. И все, и вот дожди. Где погода? Кто? Какая Сибирь отобрала у нас погоду? Такая из Сибирь. Лето с осенью перепутали место. Ну, в Москве под 30 градусов сейчас. Охереть. Секретов 33 из... Мы нашли 33 из 53 секретов. Ну нихера себе. А, это всего. Окей, не важно. Ну нормально, но... как бы для нас так. Так. Енот нашел. Я видел 74 из 78. Окей, кто-то вышел. Окей, у меня все вышли. Да? Серьезно? Как? Не лагает, ура! Так, ну вот я вижу флика, который кругами бегает. Нет, у меня был здесь. Так, мне надо вместе почувствовать. Ну это теперь явно не мой интернет. Это твой интернет, человек ниж. Потому что здесь вот я вижу... Но это уже... Тут даже не интернет, а скорее всего обработка сигнала компом. То есть так у меня 100 мегабит, но он, по-моему, может только под 50 максимум. Или ниже. Где миниган? Я так миниган не нашел. Не нашел нам человек миниган. Господи. Как страшно тут жить. Вот мне интересно, а чем они занимаются, когда Сэм не гуляет здесь?
карты играет. Покер Найт 3. Если там есть функция игра с Гаргульей на раздевании, я в это играть не буду. Ей в принципе нечего терять. Охереть! Это можно тут как отдельный мод заменить. Здесь их количество смертей я подсчитывать не буду. Здесь нужен просто китаец, который будет это делать, потому что мне придется обновлять видео каждые 15 секунд. А ты до этого пытался считать количество смертей? Не, ну блин, это было ну, как бы... Да. Там не смертей, падений. Ну как в кваке, короче говоря. О, чуваки сверху, сближу. Да твою мать, вонючий Карпий. Она не пыталась свою вагину показать, спасибо. Они, кстати, голые или нет? Это как бы в третьей части я насмотрел. Нет, они в купальниках. Ооо. Чё это они их раздели, то прикрыли? А, они, видимо, к сиквелу они оделись такие, окей. Стали более разумными, мода прошла. Ну да, личик у них есть точно. Я потратил на это жизнь, чтобы понять. Я только что двоих. Вот баба у меня получается лучше чморить, если честно. Главное об этом лично не говори. У меня прям шок был, она зашла. Финалку дальше поиграть. Что? Что? Все, здесь никого не осталось. Можно идти вперед. Правая кнопка мыши, чтобы анализировать. Позади один. Да? Ах ты падла! Звездные войны тебе в рожу! Не толкайте меня. Еще тут один стоял в уголку. А, еще сзади кто-то. В углу встал такой, опа! Ну, клиры тут пошли. Потому что две пакеты появились. Ладно, опять... Что? Ладно. Никакого. Неважно. Я тут какой-то, я не знаю, медальон нашел, что-то такого скоробея. Да, это надо сказать. Вот это было попадение сейчас от меня. Я на ну что, пойдем по гоу-портал уже. Если их слишком много. Но портал ведет куда-то в жопу! А, нет, все окей. Все окей, это нормальная жопа. Да хватит меня... Так, где-то невидимая тварь, которая пытается все время мне... залезть. В общем, если вы там сражаетесь на старой территории с клирами, то мы уже на новой территории сражаемся с клирами. В принципе, процесс одинаковый, но у нас, наверное, немножко поинтереснее. Ну да, но я умираю. Побольше. Так, а что-то не клир есть тут? Нет, тут одни клиры, по-моему. Пройти. Тут боссы будут. Ой, как его на смысле? Вон они сверху уже стоят. По-моему, они немножко перебрали с клирами, я считаю. Совсем чуть-чуть. Да, по-моему, они тут вообще с мобами чуть-чуть перебрали. Не, ну для сетевой игры как бы увеличение. Я, конечно, понимал, что они будут увеличены, но чтоб настолько. Я еще какой-то бессмертный. А я спрятался. Нет! Стелс не прошел. О, я нашел скоробея. Еще один. А что он еще дает? На это ключи, может быть? Ну, в одиночке, да, это ключи. Тес, ты оборонял его, что ли? Как я догадался. Бей Десу. Да хватит на меня прыгать, ты извращенец поганый, костлявый. Достал! Я буду плакать. Представь, что ты булимичная женщина. У меня... Так я тоже женщина, мне какая разница, я не изменял. Ну, вдруг ты... Нет! Обловись, не будет идеального мира. Нет,
лесбиянки, пусть бабы. Идеальный мир. Как бы лесбиянки, обычно это очень страшные бабы. Редко бывают симпатичные. Это как гей с большим пенисом, я не знаю. Доходил, проверял? Не, ну как бы... Да, допустим. А что? А что? Ты имеешь это против? Ты не современный человек, не европеец? Да нет, занимайся в свободное время, чем хочешь. Чёртов севернокореянский засланец. Теперь я все знаю, Ким Чен Ыну уже звонишь, да? Да не, он у меня так, сразу на проводе. А френд-листе в Фейсбуке, там чмоки-чмоки, да? Нет, вон возле люстры. Чё, под окном, что ли? Ну, того. Меня, кстати, как тебе наши... Поздравление на 3 years anniversary. Неожиданно! Мы стараемся... Дверь заперта! Ёмка! Дверь заперта! Я думаю, непонятно. Закидывай гранатами, вдруг откроется! Право об голову давай, об голову, чтобы прям... Вырубился ты. Надо проанализировать ее. Да, Флик, анализируй давай дверь. Анализируй дверь, ты умеешь это делать, давай. Анализирую. Анализируй давай! Что с этой дверью не так? Дверь заперта. Окей. Это стоило целых 10 секунд анализировать. Она открыта. Ее можно открыть. Ее открыли уже. Ты долго анализировал. Да. Как ты вообще жить будешь в этом мире? Тебе надо быстрее анализировать. Пушку нашел с этими, с шарами. Шары покатать решил. И главное, не сказал нам. Шары загонять. То есть, знаешь, куда идти? Я потерялся просто. Так, я, наверное, сейчас... Просто найду того человека, который насилует клавиатуру и замьючу его. Так, у меня микрофон на кнопку, так что ничего не знаю. Да мне как бы по барабану, если что. Мьють всех! Я могу в принципе. Даже себя замьють. Да мне легко, мне даже ничего не нажимать не надо, просто надо заткнуться. Через книжку. А, окей. У меня снова зависло. А где все? Ну как бы где-то здесь клирами сражаются. В коридоре. В каком коридоре? Я все еще на улице. Ну, улица, коридор, знаешь, как бы я называю это, коридорная улица. Ну жопу, столько клиров, я пошел отсюда! Это мало снеговато, я считаю. И я плюсую. Прям много плюсов. Сидите здесь, не идите вперед, не надо. Не идите туда, там просто охереть. Нет. Если там много клиров, то я... Ой, бычки еще! Надо выполнить чип. Я нашел пушку. Где? Это здорово. Где? А, сзади, возле ворот. Справа. Сзади, возле ворот, откуда мы пришли? Да. Как ты выглядишь, скажи? Я такой фиолетовый чувак. Диско ставил, бегу назад. Я не знаю. Я Майкл Джексон. Вот он я. Да. А, вот ее где спрятали. Нет, сзади много чуваков! Ей, миниган, теперь моя жизнь стала куда лучше и симпатичнее. Где миниган? Ну, дали автоматически. Вот здесь. Если ты тебе зареспаунили, то уже автоматически дали. 999 патронов, это просто замечательно. Офигеть. 999, это как в Эльдорадо. Не 1000 рублей, а 999. Эльдорадо? Это что за реклама? Это вообще во всех магазинах так. Даже, я думаю, у нас где-нибудь там в киоске. Это же в Эльдорадо любят цифры. Блин. Хватит про Эльдорадо? 999. Хватит. Я сейчас подумаю, что ты рекламируешь. Давай там
где там Нагиев, в какой сети? Он рекламирует МТС? Или что он рекламирует сейчас? Да, МТС. А чё, кто да. Эльдорадо рекламирует? Какой мудак? Это Галыгин. Третий Эльдорадо, что ли? Галыгин, да. Галыгин уволили. А, окей. Потому что он был слишком крут для них. Нормально, слишком много шаров, я считаю. Давайте еще больше. Вот появился миниган, и все стало проще. И веселее. Я просто буду плюсовать его все тем людям, ну, мысленно, которые вытерпят это от начала до конца. Я имею в виду на Ютубе, в записи. Жалко. Я обязательно. Блин, а что сзади возрождают? Потому что ты неудачник, скажем так. А что вытерпеть-то? Промотки всегда есть. Тралинг от Али. Я вообще на двойной скорости смотрю, это вообще кайф. Отлично. Правда, через Google Chrome. Тебе нравятся голоса хомячков, что ли? Ты фанат? Какие ну, знаешь, там хомячков? Вот это как его? Ну, блин, как назывался фильм? Напомните мне, там хомячки еще пели такие. Элвин и Бурундуки. Да, а Бурундуки, да. Ну какая разница, Бурундуки, хомячки, мыши, они все равно крысы поганые. В детстве я этот голос ассоциировал с Чипом и Дейлом, если честно. Да. Не, ну Чипа и Дейла божественный голос, особенно у Гаечки. Гаечка. Это знаешь, как я нашел мем, где нарисована гаечка и написано, если ты не Бурундук, то ты не достоин этой женщины. Может, все, что ты, но при слове гаечка я подумал о персонаже из Borderlands 2. А потом уже... Сразу видно, кому здесь больше 18. Потому что персонажа зовут вообще-то Гейдж, а не гаечка. Да, ну не про это вообще-то, ну ладно, чудо-книжек опять там решил поумничать. Чего я могу, у меня все ачивки в борде, ничего не знаю, почти все. Во второй или в первой? Во всех, по-моему, и в той, и в другой. Ну твою мать, я так хорошо жил! Негры долго не живут. Я диско-негр! Тем более да. Долго не живу. Что, тебе не нравится? Кто-то имеет что-то против диско-негров? Я же несу только счастье в круги близких и далеких людей. И недалеких. А кого мы стреляем? Не знаю, в камикадзе. Ну где-то камикадзе бегает. Слишком мало врагов, что-то слишком легко стало. Давайте, никто не подыхает, как-то интересно. Неинтересно, точнее. Попробуйте не подыхать как можно дольше. Ты же понимаешь, что это очень сложно, но... Ну вот, кто-то сдох, и отняли целых 10 тысяч очков. Воу. Я впервые, оказывается, убил камикадзе, мне бы сейчас отдали. А, еще там? А, нет, смотри, что-то зареспаунилось. Тихо, ничего не делайте, дайте забрать лут! Гарпия. Лут! Ну лут же. Да. Лутай. Бабы. Тут был полет Валькирии бы подошел. О, опять разнесло. На, не буду обращать внимание. Ух ты, прям Новый год в Газпроме. Кошмар у меня глючит. У меня все. Ха-ха, у меня нет. Я когда не смотрю на это хрень, у меня там... Глючит, в смысле, FPS или в смысле дергаются персонажи? Дергается. И то, и другое. И можно без шлема. Какая ты там музыка. Ну блин, я не удивляюсь, что глючит, потому что здесь столько этих объектов световых или освещения, или что, или как эта херня называется. Light Dynamic Objects. Fireball, Lightball. Просто боллы. У меня сейчас эта гарпия просто прошлась так шикарно своей походкой от бедра. У меня сейчас гарпия ходила. Ничего не знаю, они у меня просто любят стены. Надеюсь, умников нету, кто в них ядра запускал, а то я что-то где-то тут ядро видел. Или мне показалось, да, вот там ядро валяется. Кто это делает?
А чё, может ей нравятся шары, да? Может там змеи спустится? Приманила я её пресеты. Стреляет шарами. Надоумил человека, молодец. Это охереть, ёлки. Началось. Да меня-то зачем? Мы подумали, вдруг тебе тоже шары нравятся. Не, ну конечно, я буду не против, наверное. Я уважаю все возможные развлечения в этой жизни. Шары. И шары тоже. Вон Флик пытается что-то сделать еще. У него нет патронов, но он пытается это, запасными, видимо. Твои мне не подходят, тут ты в ковбойской шляпе уже. Нет. Хиросини сказал, горбатая гора, значит горбатая гора. Ты олицетворяешь ее сегодня. Что-то я давно не подыхал, меня кто-нибудь убьет, нет? Гарпия, давай, какая-нибудь гарпия. Как вы подыхаете вообще? Меня вообще даже не насилуют. Может, не обходит мне страну? Я стрелял в гарпию. Я спрыгнула, точнее, прыгнула вниз и убежала. Это было забавно. Только что баба убила бабу. Ой, там патрончики появились. Ууу, что? Что? Да. Просто, как ты его залез? Как он туда забрал? Нет. Ну хорошо, прыгнул. О, фак, в жопу! Шары, вот сейчас шары, вот все, во всех! А, между прочим, это даже в сингле так проходит. Это ваншоты. А чего вы подыхаетесь? Это же легко! Лол, я забрался. Рокки джампа, что ли? А какое тут оружие после шаровидной херни? По сути, никакого. Ну, это а там же есть крутое. Какое-то в интерфейсе, мне кажется. Нет, оно есть. Как туда забраться? Огнемет, кажется, если не ошибаюсь. Нет, огнемет во второй части только есть. Тут снайперка будет бывать, значит... нет? Снайперка, серьезно. Нет, снайперка в третьей части. Во второй. Нет, она и Second Encounter вообще-то есть. Second Encounter я вообще никогда не проходил. First Encounter проходил раз 10, наверное. Там есть снайперка. Она там сюжетно является. А, ну да, помню. Как я взял снайперку, на меня налетели гарпи и изнасиловали. Ну, помню. Клиры. Да вот сейчас можно подыхать. Ей, у нас есть разрешение. Я все потрачу сейчас. Все шары потрачу. Я уже потратил. Ну так как я играю в бабы, мне можно без шаров. Михарахачев, сзади посмотри! Я тебя спас! Баба, медсестра. Зачем вы все тусите в центре? Это опасно, понимаете? Надо занимать углы и все такое, все дела. Ну, где там дабл пенетрейшн? Вот забавно, всех кроме клиров мы убиваем просто... Да, клиры это... Не, вообще никто попасть не может. Уродская какашка. По-моему, они с боссом напутали. Это просто должна быть бесконечная толпа клиров. Ау, кто-то куда-то пошел или меня убили, я не знаю. Окей. Аллея сфинксов. Сейчас без оружия останемся или нет?
Или да. Да. А почему оружие отобрали? По сюжету, по-моему? Сюжет. Да, сюжет. Ты посмотри на Трикса там, по сюжете, типа, они идут, типа, долго бродили в пустыне, пришлось скинуть все оружие. Ты еще раз забей, а, просто. Есть пушка. А у меня все на месте, я не знаю, был окей. Ну ты в рот включится. Дробовики и остальное. Это нет, у меня все, даже... Еее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 ee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 
Так что не надо лететь. Так долго ждал. Значит, у нас все меньше и меньше, все 13. Когда же? Ай, заходи назад! Сейчас я перезайду. Да захожу, захожу. Что быстро? Ну, в другую игру. Всегда в другую игру. Что ты мне дашь? Ну он баба же. Другую игру. Бабушку даст? Да! Возьму на дороге, да? Ау. А, там какой-то месседж, т.д. Да-да-да. В общем, сбоку очень больно. Да там отсюда очень больно. И ты снова вылетел. Кто-то очень-очень... Я знаю, что... А почему? Медсестра, не беги вперед. Из-за уровня, наверное? Пушка, вау. Возможно, кстати, да, это... Лева. У меня почти ничего не осталось из патрона. Там ракеты впереди есть. Ушандрик. Есть. Ядрушки. Ядра чистые изумруд. Да господи, Клир, вонючий урод. Мясо нарастил. Чернокнижник, полегче, хватит. Чего? Может быть, как бы Дес защищает клиров. Окей. Не, ну в принципе защитники природы же есть, это защитники клиров. Чё? Защитник инопланетной твари. Эйлин Пис, что ли? А, ага, теперь у меня все громко к херам. Блин, сделай звук потише! Че ты жалуешься? Сделал, так. Блин, я делал до этого, почему мне не сохранились настройки? Because it's serious, Sam. It's so serious. Ясно. И здесь все всегда настолько серьезно, что. Что тут даже когда выходишь из игры, у тебя спрашивают, вы серьезно? У меня не лагает, ну нихера себе! Сейчас тут еще парочку людей приглашают. Сейчас, теперь можно поиграть. Это еще теперь мобов можно мало. Ты же смотришь телепорт. Лол. Меня никто не бьет, что ли, до сих пор? Нихера себе. Я просто какой-то поворот. И это скоро исправят. Я не понимаю, почему... А, окей. Нормально, пригласил тут еще вот одного человека. Я думал, я пожертвовал Мэлла, чтобы меня не били. А нет. Охереть, слушайте, если стоять, то они тебя не бьют. Нормально. У меня такой, что мой шар клир это оттопнул. Бывает. Не знаю, идеальная тактика нож. Но я не против камикадзе. Ну я на камикадзе наткнул. Против камикадзе нож не идеальная тактика. А куда идти-то? Кто не знает? Только идиот пойдет на камикадзе с ножом. Два револьвера. Вот это сила против камикадзе. Ну кто-то у двери стоит, я тоже у двери стою. Знаете, все станем у двери, будем вот. Тут пати. Тут пати. Вот, все, еще это. Посаживаем друг друга. Вот, сейчас до неба так доберемся. До луны. Такие звуки. У нас бычки посадили. Это было просто отлично. Наподсаживались, ебрис, это.
Блин, мне 90% выстрелов летят в молоко. Это обидно. Сейчас должна быть петросянская шутка, типа, скажи спасибо, что не в кефир. Спасибо, что не в кефир. На бычке можно подсадиться, бычок можно посадить. О, отлично, бычок затупил. Да, бычок может на многое подсадить. Вот здесь вот. Насадить в жопу на свой рог. Ну какой вариант? А как? Вот я тоже забрался сюда. Я тоже забрался к коту. Кот, привет! Кот. Подключи нас, коту. Я тоже. Я тоже с протус. А что, еще выше можно просто? А ты где? А, вижу тебя. Я вообще прилетел. Где ты? Че выше, хз? Кот, подсади меня. А, вон ты. Илюха, я иду. Кого-то убило все-таки там. Еще выше, еще выше. Нет. Он только рай. Кого-то помещается. Че ты себя убил? Так, лох. Кто там? Свою подружку активировал. Вырубись. А, фак, все уже. Да вообще-то мне там мать пылесосит. Гоу уже дверь открылась. Не надо тут показывать уровень. Нет. Уровень шутки Ковацкого. Шутки от Ковацкого. Я какой-то шар поставил. А, окей. Я как бы, конечно, знаю, что это за шар, я проходил игру, но... Окей, будем делать это что. Мама! Мама, идеально. Включи пылесос! Мэм! Ты же понимаешь, что это все будет назад? Мэм! Батрум! Мэм, батрум! Мама, не надо говорить. Боже, я не смогу держаться. Пришла сестра, попал нахуй. Есть, я увидел. Ты как посмел так сестра? Ай-яй-яй, нехорошо так с родителями. Понимаете, что я это вырежу, да? Унижать. Я не будет никого унижать. Ну я не будет никого унижать. Что? Что? Человек, который первый раз на канале. Да? Дикий дерзкий, сынок мерзкий. Ну я надеюсь, вы поняли, что я говорил с сарказмом. Нет. 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 Абсолютно серьезно. Видишь, Илья, тебе придётся менять формат канала. Ну все, это прохождение, все, есть теперь даже пылесос. Кстати, пылесос комментит лучше, чем ТС. Чего? Боже. ТС. ТС вообще пропал. Я уже ненавижу этого человека. Да, не, здесь. Пусть меня убьют уже, пожалуйста. Так что-то как-то мне хочется как бы в оверлей зайти посмотреть, там что кто-то написал, нет? Да господи, убейте меня, а! Вот ты убей меня! Спасибо! Блин, тут еще невидимые эти, как и наружу. Угу. Всегда вовремя включает долбанный пылесос. В принципе, вы вообще можете просто так взять и уйти там на 5 минут поесть. Да, вот теперь вот закон подлости, так всегда. Когда садишься играть или что-то подобное делать, то всегда начинают пылесосить или что-то у тебя спрашивать. Все, у меня да. У меня вообще тишина. Мне никогда не пылесосит. Что как ты загнал всех на кухню, конечно. А хер знает, куда попасть. Ключи-то поставить надо. Да. Ты чё? Я проверь, вот здесь подняться. Окей. О, вот. На меня кто-то наступил. Чувак. Нормально? Гигантский лавовый чувак.
Быстро я побежал отсюда. Еще распадается на этих. Исход. Спойлеры! Он на маленьких еще распадается. Да, он на четырех в результате. Да потом еще раз. Это очень увлекательно. Как-то их многовато. Ну так это как бы это. Высокая сложность, еще до кучи дополнительные враги. А, окей. И теперь вы моего уродства, урод. Че, вы их убили уже, что ли? Нихера себе. Yeah. Мы.